Цыплята тапака от вкусной разности. Зерна кориандра перетираем в ступке. Чеснок давим плоской стороной ножа. Цыплят разрезаем по хребту. Солим со всех сторон. Перчим. Поливаем растительным маслом. Посыпаем измельченным кориандром. И перекладываем чесноком. Накрываем и даем постоять от 2 часов. В сильно разогретую с маслом сковороду выкладываем цыплят шкурой вниз. Ставим груз и жарим 7-10 минут. Снимаем, переворачиваем, ставим груз и жарим также 7-10 минут. Вливаем вино. Накрываем крышкой, уменьшаем температуру и жарим еще минут 10. Цыпленок тапака готов. С вами были «Вкусно разности».